Сразу несколько учебных корпусов, спортплощадок, бассейн. Все это и многое другое в этом году будет ждать учеников новой школы Владивостока. Она распахнет свои двери в микрорайоне Патрокол. Уже смонтированы корпуса, в завершающей стадии монтаж фасада, параллельно идут внутренние работы. Вышли на финишную прямую и с подключением к инженерным сетям. Весной, когда установятся постоянные положительные температуры, на территории начнется благоустройство. Здесь появится стадион и несколько спортплощадок, а уже сейчас устанавливается ограждение. В ближайшее время строители должны приступить к монтажу витражных окон в основном корпусе. Новую современную школу в дальневосточной столице строят по нацпроекту образования, инициированному президентом. Мы вышли на финишную стадию подключения к инженерным сетям. Первый, второй корпус у нас полностью обеспечен тепловой контур. Четвертый и пятый корпус также закрыты тепловым контуром. Компания приступила к отделке этих корпусов. В течение ближайшего месяца будут выполняться работы по остеклению корпуса, который находится прямо за мной. Это корпус, где расположен плавательный бассейн, спортивный зал и библиотека. При наступлении и закреплении положительных температур мы приступим и к созданию трех спортивных объектов. Две площадки и один небольшой стадион. Безусловно, озеленение и асфальтирование. Дальше будем продолжать работу в той же динамике, которой мы придерживались. Мы будем здесь каждую неделю. Специалисты дирекции здесь работают каждый день. Мы работаем вместе с прокуратурой города Владивостока и районным прокурором.